Доброго времени суток, дорогие друзья. Вот и пришел черед ролика по третьей части знаменитой серии игр Civilization. Здесь есть о чем рассказать и о чем послушать, ведь игра шагнула далеко вперед, завоевала еще больше поклонников и приобрела характерные особенности, которые выгодно отличают ее от сестер по жанрам. Итак, Civilization 3 увидела свет в 2001 году. К тому времени Microprose успела поглотить компания Spectrum Holobyte, и у Мэйера наметились некоторые расхождения с новым менеджментом в вопросах того, куда, как и зачем стоит двигать совместный игровой бизнес. Дополнительной мотивацией ухода и основанием новой компании создатель цивилизации называет желание работать в малой команде и каждый день программировать игры, не занимаясь при этом продажами. Так или иначе, но Сид Мэйер постепенно покидает Microprose и в 1996 году совместно с уже знакомым нам геймдизайнером Джеффом Бриксом основывает Firaxis Games, который занимался созданием Civilization 3 на протяжении долгих 5 лет. Представляете, 5 лет! В итоге мы получили усовершенствованный по многим параметрам продукт, в отличие от многих новых игр, которые клепаются за полгодика и выходят сырыми. Начнем, пожалуй, с самого начала. Откуда ж еще? Изначально в третьей цивилизации было доступно 16 разных народов. Однако, дополнения, которые вышли в 2002-2003 годах, назывались Civilization 3 Play the World и Civilization 3 Conquest. Добавили еще по 8 новых. Таким образом, выбрать можно было аж из 32 вариантов. Если в первой и второй частях серии выбор цивилизации, за которую ты собираешь играть, был по большей части номинальным, ну то есть это в основном только название городов и цвет на карте, то в Civilization 3 разработчики постарались сделать акцент на уникальность каждого народа в отдельности, что сделало мир игры ярче и, конечно же, интереснее. К тому же, особенности каждой цивилизации и набора, так скажем, умений создает неповторимый стиль игры и заставляет совершенно по-разному вести путь развития он и через испытания времени. Игрок начинает партию, уже имея в своем распоряжении две базовых технологии, если угодно, два уникальных знания, позволяющих ему вырваться вперед по определенным параметрам. Эти две характеристики будут давать преимущество в той или иной области. Например, русским изначально даны технологии гончарное дело и бронзовую работу, а также две характеристики – экспансивная и научная держава. Что это значит? Экспансивная держава начинает игру с бесплатным разведчиком и возможностью их постройки в будущем. Пассивные варвары становятся к ней дружелюбнее, в результате чего экспансионистам обеспечены хорошие подарки из деревень, что может гарантировать парочку дополнительных наук на старте. Научная же держава в начале каждой эры получает одну дополнительную технологию. Всего R4. Античность, Ренессанс, индустриальная эпоха и новое время. А следовательно, и наука игрок получит столько же. Плюс, каждый раз, когда цивилизация первая открывает какую-либо технологию, она имеет более высокий шанс появления научного лидера. Кроме того, удешевляется постройка библиотек, университетов и разных научных лабораторий. Хорошо быть умным, одним словом. Всем нациям даны по две разных характеристики списка: аграрная, коммерческая, промышленная, милитаристическая, религиозная, мореплавательская, научная, экспансивная. Плюс, как изюминка на торте, эти характеристики или умения нации комбинируют. Каждая страна отличается одна от другой. Кроме этого, у каждого народа теперь есть уникальный юнит, дающий значительное преимущество определенной эпохи и определенных боевых ситуациях. Например, у викингов таким юнитом является берсерк, который заменяет лучника с длинным луком, а у греков гоплит, заменяющий копьеносца. Кстати, боевые юниты более не привязаны к самому городу и не используют его ресурсы. А финансирование войск осуществляется из казны государства. В зависимости от выбранного игроком строя, цена военных юнитов может быть снижена или равна нулю. Как следствие, появилась реальная возможность набирать и содержать действительно крупную армию. Последнее, на что хочется обратить внимание, это то, что у каждой нации есть свой любимый или нелюбимый политический строй, который влияет на ее развитие и взаимоотношения с другими государствами. Ох, взаимоотношения в третьей цивилизации тоже вещь непростая. Они зависят от множества разных факторов: принадлежности к одной культурной группе, агрессивности наций, любимой формы правления и кучи других маленьких моментов. Изначально компьютер может относиться одним из пяти способов: любезно, вежливо и осторожно.
раздраженно и яростно. На старте игры все цивилизации имеют к игроку осторожное отношение. Однако же, на первом ходу оно меняется в зависимости от его действий и решений. Значительные изменения постигли и экономическую составляющую игры. Civilization III по сравнению со второй частью полностью изменила систему торговли. Игроку больше не нужно строить караваны. Торговые отношения между своими городами завязываются автоматически, после того, как между ними проложена дорога, а также после постройки порта или аэродрома. Упразднена возможность торговли едой, и помочь голодающим городам материально уже нельзя. Кроме того, сделки между разными цивилизациями перешли в раздел дипломатии. Здесь они зависят от текущей политической обстановки. А целью подобных сделок является, конечно же, обмен ресурсами. Все их разнообразие в Civilization 3 распределено на три категории. Основные ресурсы, стратегические ресурсы и предметы роскоши. С первыми все просто. Они активно влияют на экономику городов, под сферу влияния которых попадают. Например, пшеница, мясо или рыба увеличивают производство еды. Логичненько. Бифштекс на хлебушке. Стратегические же ресурсы необходимы для постройки определенных родов войск и играют важную роль в дипломатии. К примеру, невозможно построить мечников, не имея в наличии железа, а кавалерию без лошадей. Ресурс считается доступным, если он находится в пределах границ вашей цивилизации, и к нему подведена дорога из какого-либо города. Но если он не соединен общей сетью с остальными городами, то возможность строить продвинутый юнит будет только у этого, так скажем, полиса. А остальные так и будут строить старые виды войск. Плюс ценные ресурсы, находящиеся вне пределах ваших цивилизаций, теперь можно добывать, строя на них лагеря, тратя на это целого рабочего. Месторождение стратегических ресурсов случайным образом появляются на карте. После проведения нужных исследований. Ресурс селитра появляется после открытия пороха. И так далее. Чего не было нормально реализовано в прошлых частях игры. Из-за такого неравномерного распределения ресурсов на карте и возникают дипломатические союзы или поводы для конфликтов держав. Кстати, существует статистика, утверждающая, что те или иные нации чаще других получают определенные ресурсы. Так, допустим, рядом с Российской империей чаще всего появляются ресурсы железа, селитры и лошадей. Ну и наконец мы дошли до предметов роскоши. Шелк, вино, благовоние. Ну и так далее. Эта разновидность ресурсов нужна, что логично, для того, чтобы горожане чаще имели статус счастлив или доволен. Ведь довольные люди, как известно, лояльнее относятся ко всему происходящему. Плюс, каждый несчастный человек в городе требует, чтобы его уравновесили счастливым процентом населения. И это понижает производительность города в целом. Золотой доход со всех жителей всех городов суммируется и учитывается в общей казне государства. Из казны каждый ход выделяется четко обозначенная сумма на расходы. Научные исследования, развлечения, увеличение числа счастливых или довольных горожан, содержание городских построек и отрядов, а также потери из-за коррупции. Золото широко используется в торговых сделках и дипломатических соглашениях с другими цивилизациями. Также можно потратить деньги на разовые проекты, открытие посольства, шпионаж или ускорение производства. Еще одним важным нововведением, появившимся в игре, стала культура. Теперь расширять границы своей цивилизации стало можно двумя путями, при этом один не исключает другого. Классический путь завоеваний, через разрушение, страх и бранную славу, или же тихим и мирным культурным методом, с сосисками, пивом и печеньками. Очки культуры накапливаются в каждом отдельном городе за счет постройки специальных зданий, как то дворец, храм, колизей и так далее. Также их приносит и любое из великих чудес света, или малых чудес света, цивилизации. Общий показатель культуры нации складывается из суммарных показателей всех ее городов. Кстати, когда значение культуры города достигает определенных значений, его влияние возрастает, а граница влияния расширяется. Таким образом, вы получаете дополнительные ресурсы на карте, даже не строя рядом с ними городов. Иногда пограничные города, восхищенные высоким уровнем культуры цивилизации игрока или компьютера, могут вполне добровольно перейти под его покровительство. Это никак не скажется на политической обстановке. Государство, которому город принадлежал ранее, совсем не обидится на такой поворот событий. Расширение культурных границ, в свою очередь, дает возможность одержать культурную победу. Для этого необходим
располагать городом, обладающим не менее чем 20 тысячами очков культуры. Всей цивилизации достичь культуры от 60 до 160 тысяч поинтов, в зависимости от размера карты, ну то есть от крошечной до огромной. Между прочим, способов одержать победу в третьей циви также стало много больше. Помимо трех классических вариантов, научная победа, военная или победа по очкам, появилось еще три. Доминирование. Это когда игрок контролирует в пределах своих культурных границ одновременно 66%, то есть 2/3 всей поверхности Земли и населения мира. Культурная победа, ну о ней мы уже выше говорили. И дипломатическая. Для получения возможности одержать победу этим путем, необходимо построить большое чудо света – Организация Объединенных Наций. Представитель цивилизации, ее построивший, автоматически становится и кандидатом на должность генерального секретаря ООН. Его конкурентами могут быть лидеры одной или двух цивилизаций, контролирующих как минимум 25% населения или территории мира. Генсек определяется относительным большинством голосов при голосовании. Однако для получения желанного перевеса от игрока требуется истинно буддийское терпение и тонкое дипломатическое искусство, дабы сохранить хорошую международную репутацию и дружественные отношения со всеми цивилизациями вокруг. Все изменения, о которых мы говорили, безусловно пошли цивилизации на пользу. Игра стала сложнее, но вместе с тем интереснее и глубже, и как могла приблизилась к реальности. Местами настолько, что в одной из интервью журналист поведал Сиду Мэйру о некой статье, где говорилось об использовании некоторыми учителями третьей цивилизации в качестве инструмента обучения на уроках. И спросил, одобряете ли вы, мол, такую тенденцию. На что Сид ответил. В этой игре нет ничего, что можно назвать совершенно неверным. Думаю, Civilization — это хороший способ узнать основные понятия об истории, стать ее частью и принимать решения. В игре здорово то, что ты в ней звезда. Именно ты принимаешь решение. Да, ее часто используют в образовании. Если вам удалось заинтересовать ребенка историей через игру, мы познакомим его с цивилопедией. Мы дадим ему понять, что есть еще больше информации, если он хочет изучить ее. Я слышал о множестве людей, которые играли в игры с детьми и получили из них много полезной информации, которая пригодилась им по жизни. Поэтому я рекомендую использовать Civilization как захватывающий способ знакомства с историей. Нельзя не отметить и то, что до неузнаваемости изменился графический движок игры. Особое внимание было уделено разработчиками анимации, а также детализации юнитов. Теперь, глядя на карту, вы точно можете определить их вид и принадлежность к определенной нации. Юниты научились двигаться и охотно это демонстрируют, если их какое-то время не беспокоить. И в отличие от прошлых частей игры, Цивилизация 3 не устарела до сих пор. Графика не заставляет ваши глаза истекать кровью, а мозг в судорогах обрабатывать картинку. При записи этого ролика я с удовольствием погрузился в ностальгию и наиграл еще несколько часов. И это не вызвало у меня никакого дискомфорта, а лишь приятное воспоминание и осознание, что третья часть Великой Стратегии не хуже, а в чем-то даже лучше последующих игр серии. Лодфагам рекомендую установить игрушку и вспомнить, как оно тогда было. Но вернемся к нашим барашкам. Отлично сделанный интерфейс игры. Наконец-то отпала необходимость продираться через многочисленные окна, списки и разбираться во всем методом тыка. В левом нижнем углу расположена мини-карта, а в правом нижнем углу краткий рапорт о ситуации. Строй, год, количество денег в казне, технологии в разработке и так далее. А в левом верхнем углу три кнопочки. Для перехода в главное меню, открытие цивилопедии и вызов экрана с советниками. Просто, мило и со вкусом. Осталось добавить, что игра была очень хорошо принята как прессой, так и поклонниками. Civilization 3 завоевал множество наград Игра Года в различных игровых изданиях. Computer Games Magazine назвал ее лучшей игрой 2001 года, а журнал Игромания присудил игре оценку в 100%, поставив ее на второе место в номинации «Лучшая стратегия 2001 года». Я наверняка забыл упомянуть о многом. Пишите в комментариях, чем еще третья часть отличалась от второй и первой. А я пока буду готовить следующий ролик, ведь на очереди у нас Великая Цивилизация 4. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых видео. И до новых встреч. Пока-пока.